What's up, guys? Today I'm pulling a prank on my mom. April Fool's prank. Remember last year? But this time is not April Fool's. Today is actually March 18th. I'm filming earlier so my mom doesn't find out it's a prank. So I invited her to sign some important papers. But little does she know that I have my baby mama, Jocelyn, and my friend Anastasia here. And today, I'm gonna tell my mom I have a kid. And to prove it, I got real DNA papers. Let's see what kind of reaction we'll get. I'm here with my friend Jack. You're meeting? What? Yeah. Is your friend? Yeah, it's my friend Jack. Hi, Jacqueline. I'm Liam. Nice to meet you. Who is this little one? Anastasia. Пожалуйста, не плачь.
я не так, чому на тебе всегда кричу, и все. Костя, что ты мне кричишь? У тебя каждый раз разная девушка. Сколько детей ты мне еще принесешь? Мама, я буду на Настя Стэнлер. Какой ты Настя Стэнлер, если ты даже вещи за собой не можешь постирать? О май гад. О май гад. Мама, это April Fools, but 2 weeks earlier. It's the April Fools, 2 weeks earlier. I remember last year. О май гад, ты такой молодой голову, а то я не вижу эту шуму. Ну что ты делаешь со мной постоянно? Что ты со мной делаешь? Я не могу так больше твоими шутками. Я тебе за твои готова. Ну разве так шутят? Ну разве так шутят? Господи, я не могу. Все. Камера! Разобью твои камеры, а ты где? Разобью твои камеры. Я устала, ты не можешь надо мной, так больше издеваться, не можешь, понимаешь это или нет? О май гад! О май гад, I'm so shaky now, о май гад! Скотина, да сюда! Извини, я не больше не буду сюда!